У нас есть эксперт по взрывчатке и сапер. Эксперт по взрывчатке сейчас находится в фургоне. Сапер обнаружил бомбу. Задача эксперта – давать саперу подсказки, чтобы обезвредить бомбу. Задача сапера – напоминать эксперту о времени. Бомба взорвется через 5 минут. Сопов, привет. Короче, перед собой вижу 3 конверта. Сейчас постараемся эту бомбу обезоружить, обезвредить. Так, походу это какие-то формулы. Это формулы. Бизон, P250, если я не ошибаюсь. Дигл разделить на Глок равно. Так, это походу будет первая цифра. 1400. 1400. Погоди, еще раз скажи. Бизон, P250 и Дигл, правильно, да? Да, 1400 минус 300, 1100, погоди. Минус 700, 300, и разделить это на Глок. Глок сколько 200. Стоит? 200. Какая-то фигня получается. Раздели 3 на 2. 300 на 200 раздели. Полтора получается? Полтора. Да. Полтора. Владеть. И что делать? Ну, не знаю. У тебя бомба, тебе виднее. Если что-то сделаешь. Если что-то сделаешь не так, то ты взорвешься. Поэтому будь начеку. Так, следующее уравнение. У меня 3 уравнения всего перед собой вижу. Так, полтора. Да, полтора. 1,5. Есть там такая возможность? Ну, 1,5 нет возможности. Тут никак, тут цифры такие, что нету. Может, типа, там 3 цифры. Сколько цифр? Сколько цифр? Там, ну, типа, обычный циферблат, как на телефоне, типа, все цифры. Сколько цифр ты можешь ввести? Не знаю. Рядовой шлем. Это... Сколько нужно цифры ввести? Ну, походу... У нас 3,28, 3,27, 3,25. Повтори задание еще раз. Бизон, P250, Дигл. Это все сложить и разделить на 200, да? Нет, Бизон минус P250 минус Дигл разделить на Глок. По суммам 1400 минус 300 минус 700. 300 разделить на Глок на 200, значит полтора. 1,5 вводи, 15 вводи, не знаю. Рискуй. 15 вожу. Походу, ты взорвался. Так, следующее уравнение. АК-47 минус, плюс Нова плюс МАК-10. 2700. Давай я тебе скажу. 2700 плюс 1050 плюс 1050. Так, 3750 плюс... 3750 плюс 4800 разделить на береты, береты 300. 16. Походу 16. Так, СГ минус МАК-7 плюс... 1700 минус 1300. 1400 плюс 5200. 5600 разделить на что? На коктейль Молотова, который, походу, 400. У террористов. 400. 5600 на 400 это 19... Нет. Блин, 5600... 2 минуты! 14. Сопов, 14. Так, поехали дальше. Есть второе уравнение. У нас 50 секунд, чувак. Есть второе уравнение. Я, так. Походу, тут ты шаришь, там, походу, цифры, короче, ну... Первая, смотри, я вижу картинку. Первая 03:00 PM, вторая 2... Что? 2 какое-то уравнение, третья... Ну, так, первая, вторая... Сопа, вот тут сложно. 30 секунд, чувак, 30 секунд! Походу... Одноразовый минер получился. Не знаю. Одноразовый минер получился, чувак. Я честно пытаюсь собраться 03 PM. Вторая, блин, третья. Ну, походу, прощай, друг. Не знаю. До свидания. Ты можешь передать. Скажите маме, что я ее люблю. Опс. Блин. Ну все. Минус напарник. Юра, получается так. Меня...